Так, привет. Привет всем. Значит, хочу вас сегодня познакомить вот с такой гитарой. Это была за основу взята, так мне подсказывают коллекционеры, правильно будет говорить. Значит, за основу взята, то есть дека, гриф, там кое-что там такое вот. Значит, это Мюзима рекорд 70-х годов, рекорд 17-й, с анкером, вот, однокусковый гриф, накладка Эбони. Значит, в киевской фирме есть такая Мера гитар, вот их логотипчик. Дима Еремеев сделал мне переменный радиус грифа, поставил, ну, то есть повернул накладочку, поставил нержавеющий. Это очень здорово сделано, заполировано. Вот, расстояние между струнами, струной и ладом можно делать, ну, практически минимальное, там до миллиметра, 0,7 даже. Ничего не подзванивает. Вот, значит, датчики. Нековый стоит Хофнер. Лучший, наверное, нековый датчик для подобных вот гитар. Ну, мне больше всех нравится. Гибсон 57-й классик в бридже. Потенциометр Димарзио. Ну, трехпозиционный свитч современный. Значит, бридж. Оригинальный бридж был заменен на шалер. Верхняя часть бриджа, вот деревянная, вот это осталось, основание. Вот. А верхний был заменен. Почему? Из тех соображений, что... Кстати, с ним звучала гитара даже поинтереснее, поглубже. И... Но проблемка была, или неудобство было в том, что слишком узко пропилены были вот эти пазы для струн. И при переходе, скажем, вот с Гибсона на эту гитару, или там, с Фендера, ну, неудобно привыкать приходилось постоянно, потому что узкое расстояние между струнами. На это, кстати, обращали внимание многие гитаристы. То же самое было с нулевым порожком. Его тоже заменили на металлические нержавейки, тоже сделали стандартные пропилы, стандартную ширину между струнами. Вот, то есть сейчас комфортно, удобно. Вот, в связи со всеми этими апгрейдами гитара, конечно, потеряла свою коллекционную ценность, вот, оригинальность, но при этом стала намного более играбельна и, ну, звучит, тут как бы сложно сказать, вот, как бы на вкус все фломастеры разные, да, вот, звучит очень-очень здорово, вот, нержавеющие лады дают определенную свою окраску, она как-то поярче, эта гитара, чем привычные банки или там полубанки, за счет нержавейки, датчиков, ну, а, да, и колки, кстати, колки японские Гровер здесь стоят. Ну вот, вкратце все как бы по технической, так сказать, части. Вот. А, кстати, отреставрирована эта гитара не мной, это делал Дима из Днепропетровска. Дима, забыл фамилию, к сожалению. Вот. Ну вот, собственно, и все. А, Старченко, по-моему, да. Старченко. Ну, как она звучит, эта гитара. А, кстати, важный момент. К сожалению, дома не оказалось ничего, кроме вот этого вот комбика с 6-дюймовым динамиком, 5-ваттный. Ну, понятно, что на нем как бы сложно что-то показывать, демонстрировать, но характер звучания как бы понятен. Ну, еще вот лупер использую для того, чтобы как-то это все дело приукрасить. Thank you.
Итак. Thank you.
все, в общем. Все. Спасибо. Извините. Пока.